Уважаемые жители Солнечногорска и Солнечногорского района, обращаюсь к вам с просьбой прийти на митинг, организованный Комитетом спасения. Это общественная организация, которая состоится на улице Советская у памятника Ленина. Вопросы, которые будут там освещаться, касаются всех жителей, кому не безразлична судьба района, в котором мы сейчас находимся. Будут вопросы касаться ЖКХ, тарифов, точной застройки, незаконного строительства палаток, игрового бизнеса. То есть вопросы, которые затрагивают всех жителей района. Еще раз обращаюсь с просьбой прийти, потратить время и защитить свои интересы, которые вам гарантированы Конституцией и законами.